Привет, друзья! Сегодня будем выпекать английский рождественский кекс. Это очень вкусный десерт, который содержит очень много сухофруктов и орехов. Для начала мы подготовим сухофрукты. У меня изюм темный и светлый, курага и вяленая вишня. Я немного ее приморозила. Курагу предварительно нужно порезать, затем помыть, просушить. Вот такой вот у меня контейнер. И сейчас в этот контейнер я отправляю курагу, изюм, все наши сухофрукты. В этом кексе можно любые сухофрукты добавлять, но курага с изюмом должны быть в обязательном порядке. И теперь наши сухофрукты заливаю спиртным. В моем случае это коньяк, а вообще можно заливать ромом или коньяком. Немного встряхню, закрываем контейнер и отправляем в холодильник минимум на сутки. Ну, часа через два можно еще вынуть и встряхнуть. Прошло часа три, я встряхнула их и опять отправляю в холодильник. Для кекса нам понадобится сливочное масло, яйца, я предварительно их разбила. Далее сливки. Сливки можно брать любой жирности. Затем орехи. Я их размолола в блендере. Мука, специи. Здесь у меня цедра апельсина, корица, кардамон, имбирь. Мука и сухофрукты. Начинаем взбивать сливочное масло. Напоминаю, масло и яйца должны быть комнатной температуры. Затем постепенно всыпаю сахар порционно и продолжаю взбивать. Далее по одному выливаю яйца и также взбиваю. Масса должна получиться такой пышной, белой, до белого состояния. Затем высыпаю наши специи и продолжаем взбивать. Далее высыпаем порционно муку. И добавляем сливки. И все это взбиваем миксером. Ну, можно, в принципе, и вручную перемешать, но мне так удобнее. Когда уже миксером неудобно взбивать, я перемешиваю лопаткой, выливаю остаток сливок. Все это перемешиваю. И тесто должно получиться такое немножко жидковатое, как на блины. Затем в тесто высыпаю чайную ложку разрыхлителя или соды. Все это перемешиваем. Выкладываю наши сухофрукты. И все это тщательно перемешиваю. Масса должна получиться такой густой.
И в последнюю очередь высыпаю размолотые орехи порционно. Вот такое вот тесто у меня получилось. Очень густое, так и должно быть. Это за счет сухофруктов и орехов. Форму я предварительно выложила пергаментом и смазала сливочным маслом. Выкладываем наше тесто в форму и отправляем в духовку на 180 градусов минут на 50-60. Выпекался у меня кекс ровно час. Пока горячим я его смазала сливочным маслом. И сейчас будем заворачивать. Вот так вот, вот завернула его как конфетку. Затем я буду заворачивать таким же образом фольгу и отправлять в холодильник, ну, минимум на 2-3 дня. А вообще он у меня будет лежать до Рождества. Таким вот образом я завернула фольгу еще сверху. И в холодильнике он у меня будет до Рождества лежать. И вот такой вот кекс у меня получился в разрезе. Очень ароматный, пахнет апельсином. Всем приятного аппетита!